Добрый день, мои дорогие друзья! Разрешите представиться. Я Нелли Нус, основатель и президент очень элитной компании Luxury of Christ. Эту компанию создал со мной Господь. В 2015 году, когда Бог освободил меня от моих недугов, Он дал мне задание поставить компанию для бизнесменов Luxury of Christ, что означает «Роскошь Христос». Иисус провел меня по многим пастырям, апостолам в Германии, в России, во Франции, на Украине. И помазал меня на это служение. Сегодня уже почти 3 года, как эта компания существует. Во время молитвы Господь показал мне, что Он хочет говорить через меня на моих школах, как через пророка, и хочет использовать меня и мой голос. Также Он показал мне, что хочет выпускать вещи под именем Luxury of Christ. Все вещи, которые мы будем выпускать в этой школе, в этой прекрасной фирме и элитной компании, эти вещи будут говорить на целый мир. Люди во всем мире будут получать информацию через вещи, которые выпускаю я. Господь показывает мне различные места Писания, которые могут помочь нам обогащаться, исцеляться и освобождаться от недугов, как когда-то освободил меня Господь. Я благодарна, как основатель фирмы, каждому партнеру, который поддерживает это служение. Нам нужна помощь постоянно. Эти вещи будут распространяться через партнеров по всему миру. И я молю Бога, чтобы Он мне дальше показывал, как двигаться в этом направлении, так как опыта у меня в этом не было. Я была всегда активно в бизнесе и очень успешно. Но собственный бизнес основать не собиралась. Именно по просьбе Иисуса Христа, когда я 6 лет провела с Ним, одна, в тишине, Бог дал мне понимание, что Он хочет через вещи и через школы, академии, которые я сейчас веду, учить людей, как жить правильно. Иисус говорил своим ученикам, что гибнет народ от незнания истины, и что истина только может освободить. Ему нужны всегда люди, которые могут эту истину нести в мир. В какой-то момент Господь показал мне, что я буду выпускать вещи с логотипом Luxury of Christ, и это будут вещи, которые помазаны самим Богом, самим небом. Да, это звучит очень странно. И интересно. Но для меня это было тоже все ново. Я верю, что вы, увидя все эти вещи, поймете, о чем я говорю. Скоро стартуют продажи первой нашей коллекции Luxury of Christ. Это новые красивые
яркие, богатые кошельки. Почему кошельки драгоценные мои? Потому что Бог говорит, что ты богат. Ты никогда не был нищий. Ты от рождения богатый ребенок. Коллекция моих кошельков будет напоминать тебе об этом. Я буду еще много говорить, через какое место Писания Бог повел меня, чтобы этот кошелек оказался в твоих руках и мог к тебе говорить, что ты богатый сын или богатая дочь. Ты увидишь много интересного в моей школе, академии, так как Бог очень хочет, чтобы ты знал истину, которая освободит тебя от лжи. Сегодня я получила возможность от Господа послужить тебе. И я радуюсь каждой возможности послужить этому миру. А больше всего я радуюсь каждой возможности послужить Богу. Потому что Бог заинтересован, чтобы этот мир узнал истину, которая освобождает. У нас еще очень много планов с Господом. И я молю Бога, чтобы правильные люди пришли в мою компанию, правильные партнеры, люди с большим сердцем и с огромной благодарностью к Богу, который дает на каждый день нам пищу и освобождает от всякой немощи и болезни, которые хотят с благодарностью в сердце служить Господу. Буду рада каждому из вас. Возношу огромнейшую благодарность каждому партнеру, который до сих пор поддерживал мое служение. Каждая ваша поддержка была использована для того, чтобы Бог через меня и через эту прекрасную элитную компанию мог послужить каждому человеку в этом мире. Спасибо вам огромное. Благодарна каждому из вас. Вы мне очень-очень дороги. Буквально вчера я получила первую коллекцию наших кошельков. И в нем оказалось 3 цвета. Господь ведет сам. Я просто молюсь. Я молюсь и выбираю какие-то вещи. Но в какой-то момент приходит намного больше, чем я планировала. И вчера еще добавил Господь красный кошелек. Мне очень важно ваше мнение. Я хочу знать, что заказывать, чтобы радовало ваше сердце. Пожалуйста, проголосуйте, какой кошелек кому нравится. И тогда я буду знать, сколько кошельков заказывать. Кошельки все заказные. Ребята, 2 года уже шьются специально на фабрике эти кошельки для Господа Иисуса Христа. И я верю, я очень сильно верю, что весь мир узнает об этом продукте,
и о нашей компании. Для того, чтобы Иисус мог говорить к этому миру. Название «Роскошь Христос» дал мне тоже Господь. Он хочет прославиться. И я сделаю все, чтобы имя Иисуса Христа прославилось. Я буду благодарна за каждое мнение. Отпишитесь, пожалуйста, что нравится именно вам. А сейчас я хочу поздравить вас всех с наступающим Рождеством. И очень удивительно, что первая коллекция пришла к Рождеству. Хотя с Богом нет ничего удивительного. Наш Бог – это Бог чудес. Именно к Рождеству пришла новая коллекция. И я радуюсь сегодня вам ее представить. В 2024 году начнется наконец-то распродажа этих кошельков. За каждый кошелек я буду лично молиться, чтобы они наполнялись естественно и сверхъестественно. Я радуюсь этому событию и благодарю Бога за то, что Он избрал именно меня. Я желаю вам много-много счастья, много-много любви на Рождество Иисуса Христа. А также я желаю вам познать Его, потому что, познав Его, вы познаете все. Бог дал мне очень-очень много знаний о том, как устроен этот мир и как устроена Вселенная. И я хочу делиться с миром этим знанием. Я желаю вам много-много мудрости, потому что мудрость – это то, что не дает нам ошибаться. С мудростью мы идем по жизни правильно, красиво и дерзновенно. Здоровья вам всем и много-много благ. Пусть Бог вас обильно, преобильно всех благословит. Ваша Нелли. Thank you.